В Лао, в Дагомысе, Лазаревке, в центре города на Северном Моле, в Хостинском районе на Мациссте. Сочинцы уже привыкли, что все эти ярмарки работают с вечера четверга и по воскресенье. За неделю городские привозы посещают более 4000 человек. Но в последнее время количество посетителей неуклонно растет, в том числе и за счет гостей курорта. С разгаром сезона сбора урожая вопрос реализации сельхозпродукции приобретает ключевое значение. В связи с этим изменен режим работы сельскохозяйственной ярмарки в микрорайоне Мациссте. Теперь он составляет еженедельно со вторника по воскресенье включительно. Приглашаем всех жителей и гостей курорта посетить ярмарку, приобрести сельскохозяйственную продукцию от товаропроизводителей по низким ценам. Цены здесь гораздо ниже, чем на стационарных рынках. Например, огурцы здесь можно найти и по 25 рублей. По такой же цене реализуют кабачки. Молодой картофель от 18 рублей. На ярмарке привоз утверждают фермеры, и самые дешевые яблоки по 40-45 рублей. А еще спросом пользуются свежайшие ягоды. На Кубани также поспели виноград и слива. Все со своей земли, собрано своими руками, выращено. Работаем всей семьей, трудимся. Без химикатов. Урожай в этом году богатый. Все, что высадили на грядках, уродилось на славу, гордятся фермеры. Они не сомневаются в том, что осилят работу по новому графику и смогут поставлять свежую продукцию практически ежедневно. Конечно, будем подключать детей. То есть такая возможность, перспектива. Будем как-то стараться справляться. На 5 сельхозярмарках администрация еженедельно проводит мониторинг цен. Выбор большой, практически все есть. И недорого, то есть это нормально. По пятницам это наша ярмарка. А потому что нравится, тут мы все закупаем, и овощи, и фрукты, и вот эту продукцию. Так что нет, ярмарка хорошая. Цены здесь приемлемые. Я считаю, для меня цены приемлемые. Молодцы. Шикарно. Шикарно, все замечательно, все прекрасно. Рады, что такие ярмарки открылись. Надеемся, что экологически чистое. Вот, и наша агрария, чтобы процветала и дальше. Мясо, молочная продукция здесь также от самого производителя. А с недавних пор на Мациссинской ярмарке продают живую рыбу. А также оборудовали бесплатные торговые места для сочинских пенсионеров-огородников. Галина Моисеева, Инга Габеша, Борис Осин, телекомпания ФКТ.